Маги не сдропнула, с киберспорта навалим. Дисквинрейтику, вся фигня. С кем? С вагоном на бабке. С вагончиком на бабке. Это нам надо бы. Ну, попробовал крипа забрать у меня. Легенда. Нифига себе тут. Ладно. Так, 10-26. Нифига себе там пополз на вагончике. Нормально, мы Витька прогрели, кстати. Смотри, самое главное им сейчас хила убрать. Хила крипа. Самым первым. Чтобы они особо не хилились. Ой, подожди, что-то как-то... Они быстро меня забрали из-за этого крипа. Не получилось нормально им забрать его. Лаш. Витёк. Добрал Витька, хорош. Машина. Жаль, что нетворс, правда, меньше. Ну пофиг. Оп. Так, турель родим. А как так получилось, что они так прогрели, интересно? Вообще. Прогреватели мамины, а? Так, надо Витька прогреть. Пришел тип и сразу минус фул лицо. Неплохо он так пришел на линию, смотрю. Мне нравится. Пришел по добру. А что ты на свинке? Крипов хочешь фармить или что это было? Хил лещи крип умер, да, наш? А, нет, он под тавер пошел самым первым вздыхать. Хил. Это мой хил, познакомьтесь. Нормально турелька лупит. Чисто в стенку. Лучшая турель на свете. Так, хила им забрали. И ломать дальше. Я бы за барьером. Хилку дропнул под себя пока что. Так, ладно, все, я за барьером пошел. Ну, а ты за хилинграйтом, смотрю. Не? Нифига себе, ты в себя веришь. Да мои хилки еще далековато. Чтобы на нее вообще надеяться. А свинка куда собралась? Куда свинка? Оп, Витек получил по лицу нехило так. А что у нас здесь происходит? Свинка. Те по лицу нормально меня пробили тут. В моменте. Витек, куда пошел Витек? А ну вернись. Не, Витек нормально меня прошил. А, у них хилище крип все это время жив. Офигеть. Хоп. Так, я у хилищего крипа буду нашего стоять. И прохиливаться потихой. Оп. Подошел от турели, получил свинка. Легенда. Так, и похилиться. У них ульты, кстати, есть, смотри, аккуратнее. Ультимейты есть, это нехорошо. То, что у них нетворс оказывается больше в моменте. Так, где моя хилка? Вот он, хил. Хил крип хилит, хорошо. Так, я за обраткой или за будет лайфстилом? Вот чем вопрос. Давай будет лайфстил, попробую через него начать играть. Потом через забратку. А то что-то как-то хп не фул всегда.
Висек, уверен? Что стоило того. Ой-ой-ой. Они, кстати, не били мне в этот барьер, не хотят бить. Кстати, он меня и убить может так-то. Дайвер. Оп, машина. Витёк с ультой, так что надо быть поосторожнее немножко. Так, а где хилка? Вот, бежит хилка. Нифига себе. Легенда. Так, хил дропнул. Где наш хил? Сзади бежит. Так, у свинки КД ульты еще. У нас тут Абрамс наглый. Подъехал наш. Опа, не убежит. Или убежит? Угу. Ух ты ж. Турельку одну доломали. Не понял. Это что такое? Что, мне не дадут войти или дадут все-таки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больновато получилось, ладно. Интересно и больновато одновременно. Что, тебя потрогали? Уже три героя у нас на линии. Как хорошо и приятненько сразу. Как чудовищные патроны дадут больше? ППС за счет того, что я обычно их по крипам бью. В основном. И базовый запас в магазин можно взять. Что я следующих хочу купить? Вот заодно и крипы будут мне меньше бить. Из чудовищных патронов. Это что такое? Такс. Что происходит? Актив релод бы. Чем происходит? Абрамс надохнет. Я барьер успел дропнуть, но не факт, что он мне поможет. Да. Четыре героя. Не два, а четыре. И не три даже. Интересная ситуация. А где наши герои? А, ну да, к нам Абрамс приходил, точно. А, он типа свою линию выиграл и к нам пошел. Он. Типа им впадло это ставить свою этот линию. Т2 ломать. По итогу они своими друзьями нам только хуже сделали по ощущениям. Ладно, им всех переданайл тут. Все, что они тут зафармили. Так ж нормально. Хоп-хоп. Не, все-таки деление какое-то есть. По 20 рублей лутаю. Вместо положенных 40. Все-таки есть какие-то деления тут по нетворсу. Если это три героя на одной линии. Ладно, это один сейчас доламываю себе. Оп. Пули бесконечные. Надо нам, надо. Оп. Красота, доломал. Так, ну я... Ломать Т1 буду, точнее Т2 дальше. Мне как бы пофигу, что тут ломать, что не ломать. Без разницы. Только у меня отхила пока мало, на самом деле. Один только будет лесть сил, актив релода нету. Мне пофиг, я, наверное, доломаю за еще одну обойму. А что, крипы турельки не бьют? Она апнула их. Видимо, слишком далеко поставила все-таки. Не, браза, мне вообще пофиг.
Веришь, нет, но мне насрать. Я не доломал, да? Анлаки. Сколько она мне несла урона? Неплохо, она мне несла урона, неплохо. Прям нехило так. Актив релоад взять, не взять. Вот чем вопрос. Или героическую ауру уже добрать, 500 голды осталось за нее. Сибиенами. Ну Т2 я не доломал, так что пойду в него, прям побегу в него. Вот это Т2. Блин, снеговик это неприятно, на самом деле. Снеговик это очень неприятно. Хочу допушить блу. Угу. Так, ну я турельку рожу здесь. Оп. И доломать нафиг. Все, все. Так, по идее я все сделал. Теперь можно сваливать отсюда. Оп, индик-то сейчас сдохнет. Ой, хорошо, я еще и разменялся. 5-100 рублей у меня на руках. Ой, я еще и души у нее спру. Офигенно. Слушай, а может раз у меня все настолько хорошо, может рикошеты? Раз у меня 5800 на руках. Пока я могу себе это позволить. Оп. Оп. Отлично. Вот здесь я все дофармлю. Все, что тут дофармить. Все зафармлю. Хорошо. Угу. Так, рикошеты. Рикошеты есть. Хороший такой тайминг для рикошетов. 12 минута. Так, что мне... Ой, Кельвин. Кельвин меня не особо привлекает здесь. Бегающий. Он тут бегает вообще. Это тип. Чего он здесь бегает, Кельвин? Я не понимаю прикола. Бегает по нашей базе здесь где-то. Черт тупо ходячий. Бибопы всякие ходят. Вот здесь. Что происходит? Почему они вообще позволяют здесь бегать себе? Я вот просто прикола не понял и начал их уже выгонять отсюда. Это капец какой-то рофл. Рафляна какая-то непонятная. Которую я не понял, как я вообще участвую. Так, спирит лайфстил мне нужен. Потому что скоро у меня будет лайфстил неплохой уже с него. Спирита. Хоть и скоро это не сейчас, но пофигу. Все равно как бы надо бы. Так, линию толкнул. 800 рублей на карте, да? Так, пока я не потерял свою... Это силу, надо... Не просто фармить, надо линию прям пушить. Я вроде как сейчас... И фармлю, и толкаю, и все делаю хорошо. Стоит ли вообще крипов добивать здесь? Ладно, пусть рисуется. Пошло дело, поехало. Если тут один герой, будет пофигу. 200 рублей теряю, считай. Фигня полная. Пошел, ДПСик поехал.
Хорошо, минус А2. Плюс ячейка вам. Замечательно. О, здорово. Да, не обратно. Если ты такого мнения, то я не такого. Ты под хилинграйтом тут хилился, что ли? Или под чем именно? А, на пофигу. Нифига себе ты. А, он шардом, ну пофиг. Он типа на мне эти фармит. Это уже не резисты идут. Я какая-то. Ух ты ж. Ух ты ж. Четыре героя. Понял. Неплохо, так неплохо стянул на себя четырех героев. Так, токсичная пуля важнее или Тесла пуля? IQ 0. Напиши хоть правильно. Окей. Такс. YouTube TV. Оцени ник. 100 из 100. 0 IQ. 0 из 10 ник. Черт. Придумывал долго. Так, хейтер какой-то попался. По-любому. С ним снайпер. Думай дольше, брат. Да-да-да, дольше. Так, пойду Т3 лупить. Нифига ты, черт. Осуждаю, кстати. Там типа ник осуждаемый, я только сейчас заметил. Оп, здрасте. Нифига себе ты, браза. Ямавы крутые оба. Парни, мне настолько насрать, что вы меня там лупите. Вчетвером давайте. Блин, там реально четверо, кстати. Офигеть. Их реально четверо было. 2000, кстати, 5600 отхилил. У меня всего хп сколько? 200, а мне нанесли 5600. Нормально так. Нехило, неплохо, мне нравится. Так, я хочу токсичные пули купить. Чтобы враги, когда били меня, они так сильно не хилились. То есть, вот тут Bullet Life Steal есть. Вот тут Bullet Life Steal есть. Тут, скорее всего, Empiric Life Steal. Ударная. Пулевая броня всякая. Обряд лечения. Ну, что там, что там на захил все равно есть. Чтобы они не хилились, так сказать. Та же Леди Гейс не будет хилиться. А вообще дамажиться будет. Где рапира? Теперь токсик пуля. Да. Это Макола пишет, этот ник синий настолько, что нечитабельно. Макола шарит. Что тут надо брать? Не понял. А у меня ускорение есть, нету? А, да, ускорение. Все, токсик пуля и дальше выживание покупать. Вообще... А, героическую ауру забыл. Блин, кстати. Она нужна. Если что, я забыл про нее реально. Мне еще шмотка нужна будет. Ладно, это вы адефаете, я думаю. А так, вот так уже лучше. Читаемый ник. Макола, спасибо за знатик. Я только заметил, когда ты запускал стрим. Что оказывается там этот был. Что-то было. Что ворвался уже давно. А, ведь Витек уехал. Ну пусть убегает так, что пятки сверкают. Как... Капец. Это два донесу. Пофиг. Чисто крип-милишник выбегает, который хилится. Крип-танк называется. Интересует вообще? Выбегает на рандомной линии, где есть Т2. На рандомной линии, где есть пуш. Потенциал хоть какой-то. Оп, да ломать быстренько.
Естественно, он соло или я, или нет? Не, все-таки с другом. Оп. Здорово, парни. Че, вы очень сильная? Или сюда бы токсик пули, который я так и не купил, кстати. А, браза, это не ты меня с собой закрыл, а то я с... Братишка, с кем ты себя вообще закрываешь? Ты думаешь, ты закрыл меня со своими друзьями? Это вы заперты со мной. Уф. Господи, как же я разорвал. Я просто пошел и разменялся с типом соло. Спокойно. Вот не знаю, что тут взять. Можно титанический магазин просто продлить потом. На самом деле. Берсеркер вроде прикольная штука, но не уверен насчет ее. Еще побольше скорострельность нужно. Мне там сайленс еще вешает кто-то. Нехороший человек какой-то. Так, можно добавочные заряды купить? Можно потихо и выходить уже в КДРы какие-то. Так, я на зеленой линии доломаю последнюю вещь. Мне нужна третья шмотка, возможно, чтобы что-то купить. Пока что нечего, но... Я не герой, который за кем-то бегает. Лучше пусть за мной бегают, чем я за кем-то. Мне слишком впадло этим заниматься. Бегать за кем-то, фу. Гадость. Минус-минус от хил можно. Резист хилу. Купить мне себе. Чтобы на меня, если что, его не вешали. Оп, взломали. Пластиком. Оп, отлично. Вот теперь можно ломать врагам базу. Потихой. Брат, ты попасть по таргету не можешь. О чем речь вообще? Ой. Ты по настоящему таргету попасть не можешь. О чем речь вообще? Кстати, а что меня убили? С магией, кстати. Типа у них магический драф, что ли? Не физовой? Меня прям с магией задушили, смотрю. Ну, покупать ли мне... А что купить, кстати? Есть ли там токсик пули, что-то подобное? Я даже не знаю. Что-то похожее на токсик пули. Грозоцелители есть, да. Туда покупаю... Отхил. Усилитель лечения, во. Снижение лечения, минус. Лист. Почти что на ноль буду делить эту штуку, наверное. Это, конечно, не точно. Ну, не важно. А, я что, 3 сломал там? Точно, я ж могу сейчас... 3 доламывать и дальше. Оп. Все, по идее, такой танк... Осталось точно только на врага хилиться жестко. Хорошо. В принципе, у меня все плюс-минус куплено. Осталось только выживание какое-то выходить дальше. Чтобы меня за секунду не сбривали. Я Т4, наверное, пойду сломаю врагам. Он соло тут. Я думал, он с кем-то. Как-то нагло он на меня напал, на самом деле. Он мне, кстати, довольно многого снял. Я не знаю, что это было. Но что-то было все-таки. Ведь ты соло... Мне ничего не сделаешь. Не хочу ни на что намекать, но... Сложноватый для тебя таргет. На самом-то деле. Ну, ладно, пофиг. Зови друзей тогда. Раз такое дело. А, вы Рошана решили побить? Или это тиммейты мои решили побить Рошана? Ну, как будто бы пофигу, я пойду просто Т4 ломать дальше. На пофигу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ультанули в меня, да ты шо, парни, вы чё? Всей командой на меня, легенды. Блин, я не успел, кстати, турели насрать. И турели они, кстати, довольно быстро сносят, судя по всему. Турельки, они прям им пофигу вообще, что там турельки, не турельки, им насрать. Ладно, пока такой билд имеется. Приблизительный. Не дают мне, короче, допушить. Витёк меня крипов убивает в тупую. А, он, кстати, магический, да. Но я Т4 хочу ломать. Мне нужно арморы себе какие-то покупать еще. Чтобы впитывать было проще.
Оп. Не, ну им сложновато меня на самом деле пробить, если я кнопки нажимаю свои, успеваю. Там турельки всякие, еще что-нибудь насрать. Им довольно сложно на самом деле все это сделать. Ему бы дизарм на самом деле какой-то. И он бы что-то даже делал бы, если честно. Оп. Так, я хилку дропнул сюда. Угу. Ладно, я сейчас очень много тут тонну урона буду уносить на самом деле. Оп. Вон, смотрите, сколько там постоянно, пока будто урон прилетает. Вот, Т4, да, сломать надо бы. Это хорошо. Почему Т4 сломали? Можно, в принципе, еще одно Т4 сломать, почему бы и нет. Минусов в сломе Т4 я пока не вижу в этой игре. Никаких. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, давай только не так резко, окей? Бьет она там по мне. Бьет и бьет, злая какая. Хилюсь и сильно, но я только в том случае, если я бью. Хилюсь и сильно. Мне надо дать возможность бить. Иначе, если я в станах простою, то я умираю там в станах. Оп. Че, по-хорошему на бибопа бы не попадаться. На его хук. Оп. Хорошенько тут встали. О, а ты что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что меня шотнуло? Ледяная граната, смертельный удар, да ты что? Очень много магического урона. Ни на что не намекаю, но... Улучшенная специфическая броня как будто бы смотрится неплохо сюда. Прям очень неплохо. Спирит-арморы эти. А чё, это все, это уже Т6, это уже трон, как бы. Если что. А, у вас баф спал уже давно? Кинься лайк на стрим. Или зажали. У кого домик ломается? Оп. У кого домик сломан? Где тебя трогают? Видишь, ломаешь башни? Вижу. У тебя домика нету главного. Брат, тебе надо устранитель... Ой, точнее мне надо устранитель эффектов, что-то такое купить. О, у меня, кстати, метал скин. Интересная ситуация. Блин, я не прибью, кстати, здесь. Надо отсюда восстать где-то. Как долго штука эта длится, я не понимаю. Это капец. А, ты шарт нажал в это? Не, парни, давайте только не так жестко, окей? Офигеть. Ну ладно, спирит лайфстил нужен, точнее... Вообще не знаю, у него бомбочка пока еще не апнутая, но... Мне в будущем понадобится шмотка. Ну ладно, я фиолетовый, наверное, куплю защиту. Потом. Сопротивление спиритизму пока, потому что слишком много спирит урона у них там у всех. Это то, что мне сейчас нужно. Так, фиолетовое что-то могу купить. Ну, КДР я взял. КДР можно будет апнуть еще. Ульту могу только вкачивать уже. У них чисто трон голый стоит на любой из линий. Просто забрать Рошана и закончить игру можно спокойно. Вот такой четкий билдачок. Кстати, в первом тире есть шмотка, которую можно выбросить и что-то купить. Либо выбросить, что-то купить. Ну, кстати, можно вместо титанического магазина взять большой сопрот как вариант. Давай пока пулевую броню возьму. Тоже хорошая вещь будет. Мне нужно очень много жира, на самом деле, чтобы жить в этой игре. Спокойно, чтобы меня не заберсили просто секунду. Так, я в любой файт летаю спокойно, парни. Я с вами. Если что.
А там парню просто 200 хп за секунду снимаю. Оп. О, Витёк. Минус Витёк, походу. Да кто там? Все, и минус этот тоже. И турелька по кому-то ломает личика. И все. Кого там бьет турель? Крипа какого-то. Понятненько. Так, надо это. Что с домиками? Делать будем. Оп. Что с домиками делать, браза? Как дела по домикам? Как они вообще? Домики отстроишь? Или не отстроишь? А, там босса лупят. Unlucky. Ну, кстати, можно и этого забрать быстренько, парня. Блин, этот, кстати, на бибопе что-то хочет. Не знаю что, но что-то. Опс, умерла. Пастиком. Строй домик. Обратно. Урон чек, МБ. Так. А шо по урону игрокам? 40 тысяч. А шо по ключевым целям? Кстати, а кто больше внес урона? Виндикта? Ну она в обратку дохла просто, это Виндикта. Ну парень завидует моему скиллу, понятно. Забрал рикошетов всю фигню и пошел шотать всех. Засолил. Капец, я нахилился, конечно. Жаль, тут чата после игры нету. Парень играет на КДА, 15 там 5 бегает, а Ирасик играет на слом домиков, а тут как бы винрейт растет от слома домиков, а не от КДА. Ну то все, просолено, считаю. Не, у меня лайфстила миллион просто. Я еще бы мог леща купить, на самом деле. Вместо чего? Вместо актив релода? Или вместо чего-то? Короче, мог бы хилку купить бы еще себе. Ну, возможно, вместо минус от хила или спирит лайфстила. Да, вместо спирит лайфстила, наверное, бы взял. Хотя спирит лайфстил тоже, конечно, неплохо. А, обратка? Хотя бы... Нет, обратка на самом деле хорошая вещь. Почему? Сколько она там нанесла урона? Я видел в конце, как там тип просто сдыхал. Да, и она мало нанесла урона всего по героям, но я когда ее нажимал, там тип просто дох от нее. Обратный огонь, 14% урона. А, барьер у меня был, точно. Совсем забыл про него. Барьер надо было выбрасывать. Это уже шмотка мусорная. То есть я подрубаю братку, все, там тип просто. Он же на слим зашел, что-то про тебя писал. В смысле, где? Я не вижу ничего абсолютно. Чтобы он что-то на слиме писал. Где? Не вижу. В игре? Да не пис... Не, он не заходил, он просто писал. Гадости всякие. Во, вагон, урон от пуль 12 тысяч. В этот раз не турелька даже. Видишь? Типа нанесенного урона. Вот такие вот параметры. Плюс 8 тысяч по душам. На 10 минуте. Ну все, билдачок как бы придуман. Идеально. Рикошеты, Тесла, пули, как бы, а больше от хила и дэмэдж нереальный. Обратку врубаешь. Тип в обратку бьет, получает урон, отхиливаешься, тоже красота.